Ежегодно в Тамбовской области проходит конкурс «Семья года». В его рамках в городе Уварово прошел муниципальный этап, который носил название «Моя семья, моя Россия». На почетное звание претендовали 3 семьи. Согласно положению, его участникам было необходимо рассказать об истории создания своей семьи, представить опубликованные статьи, полученные грамоты, описать участие в общественной жизни. По наполненности информации конкурсантам были присвоены, соответственно, места. Победителей чествовали в городской администрации. Первое место было присуждено Росляковым, который является членом клуба молодых семей. Я вас поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Самое главное, поздравляю. Молодец. Там держать. На торжественное мероприятие пригласили и волонтеров. Хорошим поводом для их награждения стал предстоящий День молодежи. Ежегодно добровольцы принимают участие в таком событийном мероприятии, как «Кадетская симфония». Вот и на 7-м фестивале они были незаменимыми помощниками. Не обращая внимания на погодные условия и загруженность, ребята всегда находят время на добрые дела и поступки ради благополучия других. Не потому, что надо, а по доброй воле. Поэтому заслуживают всяческих похвал. Вы просто молодцы, и мы вот хотим вас от всего сердца поблагодарить за ту работу, тяжелую работу, потому что приходится работать и утром, и ночью. Ну а ваш флешмоб, который вы устраиваете, это просто изюминка нашего фестиваля. Вы являетесь достойными горожанами. Мы гордимся вами. Не сбавляйте оборотов, продолжайте стремиться к поставленной цели. Пожелал Владислав Денисов. Сложно представить дело, в которое волонтер не мог бы внести свой вклад. Поэтому в беседе с главой города были затронуты различные темы. В ходе встречи ребята рассказали о себе, достижениях и планах. Касались они и многих проблемных вопросов, которые интересуют их, как жителей Уварова. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, «Наш город».